Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо заранее загрузить ваш телефон, карту МИР через платежные сервисы МИР Пэй или Samsung Pay. Но на вашем телефоне должна быть операционная система Android, и он должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты. В этом случае билет будет стоить на 7 рублей дешевле. На валидаторе пассажир увидит полную сумму, но со счета спишутся средства с учетом скидки. Выпадающий доход компенсируют за счет бюджета платежной системы. Акция действует в общественном транспорте региона, который оборудован терминалами бесконтактной оплаты. В ней участвуют карты МИР любого банка, в том числе виртуальные. Это очень удобно и выгодно, потому что я езжу очень много по работе, и достаточно большая скидка в день выходит. Однако есть нюансы. Например, сэкономить не получится в пригородных маршрутках, где стоимость проезда, исходя из километража, составит не больше 14 рублей. Также скидкой не смогут воспользоваться те, кто уже платит за билет меньше. Эта акция не плюсуется к действующим льготам, которые уже пассажиры имеют. На сегодняшний день за неделю уже воспользовались более 60 тысяч, прошло транзакций по данному предложению. Только с начала этого года проезд картой МИР оплатили около 4 миллионов раз. А значит, акция позволит белгородцам существенно сэкономить. Она будет действовать до конца июня. Кирилл Мусаев, Валерий Варьков. Такой день на МИР Белогорья.